Рыболову, проводящему много времени у воды, как никому другому, нужно позаботиться о защите своих глаз. И помогут в этом, конечно же, солнцезащитные очки. Они выполняют две важные функции. Защищают глаза от вредного для них ультрафиолетового излучения и значительно повышают комфорт при рыбалке и отдыхе на открытом воздухе. Также хочу отметить, что хотя лето и является самым солнечным сезоном, но для рядового рыболова очки остаются актуальны на протяжении всего года. Опытные рыболовы знают, что смотреть на воду через поляризационную линзу намного комфортнее даже в пасмурный день. А зимой, когда вокруг все белым-бело, то и солнца не нужно, чтобы утомить глаза излишним количеством света. В этом видео я хочу познакомить вас с линейкой солнцезащитных очков Golden Cage, которые помогут вам защитить глаза на очень качественном и доступном уровне. Итак, очки Golden Cage. Это высококачественный оптический пластик, который не только отлично убирает блики благодаря поляризационному фильтру Polarized Cat 3, но и повышает общий контраст, делая видимую картинку четче. Эти высококачественные линзы заключены в надежные и практичные оправы. Давайте рассмотрим модельный ряд по порядку. Во главе стоят 4 топовые модели, рамы которых изготовлены из прочного алюминиевого сплава и покрыты качественной, стойкой к истиранию оксидированной краской. Они включают в себя 2 модели классической формы, которые вполне подходят для повседневной носки по городу, и 2 модели рыболовно-спортивные, которые благодаря большой площади линз и формы, максимально изолирующей глаза от солнечного света и ветра, лучше всего подходят для рыбалки и активного отдыха. Эти модели комплектуются жестким футляром и салфеткой из микрофибры. Далее идет основной спортивно-рыболовный ряд, который включает в себя 15 моделей, часть из которых это просто разные цветовые решения одной формы. Отдельно стоит выделить плавающую и зимнюю модель очков, но об этом позже. Задача данного сегмента – максимально защитить зрение человека не только от солнечного света, но и травм. Поэтому их форма выполнена так, что они максимально плотно прилегают к лицу. Этот сегмент не просто так столь широкий, так как перед нами стояла задача удовлетворить максимальное большое количество пользователей. И здесь рыболов сможет выбрать себе не только понравившуюся ему модель, но и цвет ее линз. Здесь есть оправы, как полностью закрывающие линзы по периметру, так и так называемые открытые оправы, где в нижней части линзы нет пластикового обрамления. Такие очки максимально легкие и комфортные, так как глаз практически не замечает нижний край стекла. Модели с открытыми линзами и с изящными оправами комплектуются жестким футляром и салфеткой из микрофибры, а остальные матерчатым чехлом и салфеткой. Стоит отметить, что желающие всегда могут купить футляр отдельно, выбрав его из наших аксессуаров для очков. Отдельно из этого сегмента стоит выделить плавающие и зимние очки. Плавучесть очков как нельзя кстати оценят лодочные рыболовы и любители ловли в заброд, особенно на течении. Ведь многие уже столкнулись с тем, как легко потерять полюбившиеся очки в подобных условиях. Помимо такого бесценного свойства, как плавучесть пластика, из которого изготовлены эти модели, данный материал обладает еще повышенной эластичностью, что делает его особо стойким к механическим повреждениям. Так что эта модель для максимально экстремальных условий. Сложно сломать и утопить, можно только потерять. Дальше идет зимняя модель, которая на внутренней части оснащена пенным уплотнителем. Он препятствует попаданию снега и ветра в глаза, но благодаря плавучим свойствам самого уплотнителя, данная модель также не тонет в воде и может быть использована в условиях, где надо максимально изолировать глаза от внешней среды, например, в песчаной или ветреной местности. Следующими в ассортименте можно выделить так называемые городские модели. Очки выполнены в привычном многим форм-факторе и больше похожи на пляжные, чем узкоспециализированные рыболовные, но при этом обладают поляризационными свойствами. Сегмент состоит из 4 моделей в разном цветовом решении оправ и линз. Данные модели будут по вкусу людям, которые любят яркий стиль даже на рыбалке. Также их смело можно использовать в городских и пляжных условиях. Модели комплектуются замшевым чехлом и салфеткой из микрофибры. И завершает ассортимент очень интересная модель, с которой мы позаботились о людях, носящих офтальмологические очки. Ведь у них стоит выбор между хорошим зрением и поляризационным эффектом. Данная модель больше похожа на стекло забрала мотоциклетного шлема и крепится клипсой на козырек рыболовной кепки. Тем самым эти очки можно расположить перед обычными, не снимая их, и получить необходимое комфортное затемнение и поляризационный эффект. При необходимости линзы очков поднимаются вверх, не снимая их с козырька кепки. У данной модели есть еще очень большой плюс. Так как модель лишена оправы и обладает минимальным весом, она полностью исключает контакт с лицом и избавляет от любого дискомфорта, связанного с надавливанием дужками или оправой при продолжительной носке. Комплектуется жестким футляром и салфеткой из микрофибры.
Ссылку на сайт с очками вы найдете в описании к этому видео. Ну а на этом все. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Если да, то подписывайтесь на канал и ставьте лайки. И всем не хвастанищи!